Судиться с госорганами станет легче. В новом административном процедурно-процессуальном кодексе появится понятие «презумпция виновности». Согласно положению, в случае судебного разбирательства между госорганом и гражданином или частной организацией, презумпция виновности будет проецироваться на госструктуру. Таким образом, госоргану, наоборот, придется доказывать то, что он не совершал правонарушения, если в его адрес поступит иск. Также по новым правилам будут сокращены сроки рассмотрения исковых заявлений в суде. 3 месяца с правом пролонгации по сложным делам вместо 6 по действующему закону.